Всем привет! Блокпост начинает работу. Рубрика «Хобби. Часть». Всем доброго времени суток. Идея сегодняшнего ролика, неожиданного и внезапного, родилась неожиданно и внезапно. Дело было... Сижу я, значит, как-то вечером, никого не трогаю, солдатиков крашу, русскую поместную конницу, начал собирать русскую армию на Ливонскую войну и сокрушаюсь одной мысли. Больно уж коняшки у всадников русских будут одинаковые, да на некоторых еще и не хватает лошадок. Где бы их взять? Ну где, думаю, надо, наверное, на барахолочку сходить, да и прикупить. И тут вдруг приходит письмо электронное, а пишет мой подписчик, земляк, волокжанин, Вадимом зовут. Так и так, говорит, а нет ли, говорит, у тебя желания солдатиков взять? А то я свой проект закончил, а у меня немножечко осталось сверху. Может, тебе пригодятся куда? Дай, говорит, адрес, я тебе пришлю совершенно бесплатно, то есть даром. Ну, если даром, говорю, так, конечно, Вадим, присылай, всегда рад буду. А сам думаю, ну сколько он пришлет? Ну, горсточку, ну две. И вот сегодня посылочка пришла. Как пакетик-то я получил на почте, чувствую, ну блин, тут, пожалуй, горсточкой-то не пахнет, тут, наверное, побольше. А вот думаю, интересно, а на какой век у парня солдатики были? Я ж так и не спросил. Ну, сюрприз будет. Начинаю открывать. А здесь, мам родная, и на литниках стрельцы, европейская пехота на 17 век, и казаки от Ориона, и неизвестные мне лошадки от неизвестной мне фирмы, наверное, тоже орионовские, и россыпью цельна куча всего и вся. В общем, я тут поприкинул, посчитал. Одних фигурок солдатиков 150 штук, до 40 лошадей, до 6 пушек, да все интересно, да все разных фирм, да все разных наборов, да большинство-то я в руках не держал раньше. В общем, получился просто праздник. Спасибо тебе, Вадим, хороший ты человек, правда. Вот такая вот у меня случилась радостная история. Лучше всего мое настроение сейчас выражает фигурка вот этого мужичка. Знаете, с криком. Это что, все мне, да? Вот спасибо. Ну что тут скажешь, ребята? Раз пошла такая пьянка, значит ждите. Впереди новые конверсии, новые армии, новые проекты. И напоминаю, 4 и 24 числа каждого месяца новый ролик, посвященный очередному проекту. Фух, спасибо за внимание. Всем пока. Это просто праздник какой-то.